Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Якопа Бассана «Тайная вечеря». 1542 год, холст масла 30х51. Вот какое описание нашел к этой картине. Написанная маслом картина «Тайная вечеря» соответствует типичным художественным канонам венецианской живописи XIX века. Произведение изобилует реалистичными деталями. Такая особенность отличается его от аналогичных работ, созданных мастерами более ранних эпох, предшествовавших «Тайной вечере», например, в интерпретации Леонардо. Сцена «Последние трапезы Спасителя с его учениками», представленная Бассана, лишена некоторой последовательности и организованности. В произведении «Тайной вечери» отчетливо считается новое увлечение Бассана маньеризмом, стилем изобразительного искусства, получившим большую популярность среди художников Италии. В работе живописца ощущается также его восхищение картинами Рафаэля и гравюрами Альбрехта Дюрера. Влияние этих мастеров выражено в эмоциональном состоянии героев, динамизме, источаемым фигурами, выразительности их жестов, поз. Если внимательно рассмотреть образы учеников Христа, то можно заметить, что два апостола в верхнем левом углу картины изображены беседующие друг с другом. При этом один из них, тот, кто ближе к краю холста, облачен в рубаху радужно-розового оттенка, а второй в изумрудно-зеленое одеяние. Эти цвета были одними из самых часто используемых в палитре Бассана. Расположены там же слева фигуры двух других учеников Иисуса, никак не связанные друг с другом. В нижней части холста апостол, одетый в розовое платье, разговаривает с последователем Христа, сидящим на противоположной стороне стола. Его взгляд сосредоточен, а жесты рук выражают некоторую озадаченность. Такое настроение характерно, впрочем, для большинства героев, которые запечатлены на картине. В левой части произведения над апостолом в розовом одеянии склоняется фигура еще одного ученика Христа, облаченная в черную рубаху. Он пьет вино из стеклянного стакана и, боясь встретиться взглядом с присутствующими, смотрит, потупившись на стол, покрытый скатертью. Нет никаких сомнений, что человек в черном – это никто иной, как предатель Иуда Искариот. Если рассматривать картину слева направо, то взгляд зрителя останавливается на следующих двух героях – Иисус Христе и рыжеволосом апостоле. Обе фигуры расположены в центре холста. Показывая свое видение «Тайной вечери», художник изобразил ноги Христа и саму его фигуру несколько отодвинутыми на задний план. В то же время нет ощущения, будто образ Сына Божьего перестает быть самым важным и центральным в картине. С правой стороны предстоит фигура трех других апостолов. Они выглядят значительно старше. Ближе к краю холста изображены еще двое учеников Спасителя. Кажется, будто они не произносят ни слова. Их молчаливые образы исполнены глубокой задумчивости. Один из апостолов потупил взгляд, второй смотрит на зрителя, а в глазах его читается глубокая грусть. Две фигуры на переднем плане справа запечатлены в одинаковых позах, с головами развернутыми в профиль. В самом центре картины на столе стоит сосуд с красным вином, тень от которого падает на скатерть. Это напоминание о крови Христа, которая на следующий день будет сочиться из раны распятого тела. Ну, вот такое описание я нашел в картине Якопа Бассана «Тайная вечеря». Всего, всем пока, всем привет, до свидания.